Все, кулаки дорогие работы, Саша, концовку последние секунды. Горнись, молодец. 18 октября в спортивной школе номер 3 стартовал турнир по боксу памяти шахтеров и горноспасателей. Для Копейска эти соревнования – устоявшаяся традиция. Проводить их стали 23 года назад, после трагедии на шахте «Центральная». Горноспасатели – все молодые ребята были, и ребята были все спортивные. Кто-то занимался просто теннисом, кто-то занимался просто футболом, кто-то боксом, то есть все чем-то занимались, спортивные ребята были. И очень жалко, конечно, что такое произошло. Ну, мы помним это и доводим до детей это. У турнира памяти горноспасателей богатая история. В нем принимали участие многие именитые боксеры Копейска. Среди его участников был и нынешний директор спортшколы Борис Розов. Правда, тогда соревнования были известны под другим названием. Раньше он имел название это «Дню комсомола», которое уже давно уже не существует. Поэтому, когда не стало комсомола, как-то было назвать надо турнир. Традиции жалко было терять. Ребятам надо было где-то развиваться, получать разряды, становиться мастерами. Вот мы просто его называли на призыве осенних каникул назвали было турниром. Ну а когда действительно трагедия случилась, столько спортсменов погибло, конечно, сразу же единогласно на решение нашей федерации бокса Копейска было решение дать название этому турниру именно такое. В турнире участвуют юноши 2004, 2005 и 2006 годов рождения. В этом году число боксеров стало рекордным. На ринг соревнований выйдут 140 спортсменов из разных городов Челябинской и Курганской областей. Один из них – Илья Гусейнов. Боксом парень занимается уже 2 года. А чем нравится бокс? Более-менее техникой. Тем, что можно, если идешь в темном переулке, можно ответить. Есть какие-то кумиры, боксеры? Есть. Мухаммед Али. Почему? Мне нравится его техника, как он на ногах двигается. А в этом бою победу одержал Исмагилов Денис, город Копейск. Впереди у юных боксеров еще 3 соревновательных дня. Финальные бои состоятся в субботу, 21 октября, в 11 часов.